Всем привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Вот, мои утята уже тут гуляют на улице. Им сегодня 12-й день, поэтому я решил уточку отсадить уже от них, так как она слишком много ест их комбикорма, это невыгодно. И она уже стала более полненькая, готова к яйцекладке другой. Отдохнет пару недель и начнется снова яйцекладка. Поэтому сейчас я ее поймаю и запустим к селезню. В общем, вот я уточку сюда принес. Сейчас открою дверь. Вот селезень тут. Ну, он, естественно, сразу же топтать. Уточка сначала походит 2-3 дня, она боится своих утят, потом успокоится уже. Вот, они уже более-менее успокоились. Сейчас тишина. Я их загнал обратно в загончик. Они привыкнут. Она уже привыкнет, что у нее утятнет через 2-3 дня. И успокоится. Перестанет пищать. Сейчас покажу маленьких уточек. Как они там живут сейчас без уточки. Все, теперь утятки у нас остались без уточки. Теперь они будут жить сами вместе с остальными цыплятами. И утятами. Ну, они без мамы тоже хорошо растут, будут вместе есть, научатся быстро, они уже, им уже почти 2 недели. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки. Всем пока, всех до новых встреч.